А я так понимаю, это люди сидят и ждут перед главным алтарем. Говорят, что на главный алтарь было использовано около 3 тонн золота. Около 3 тонн золота на главный алтарь. Про главный алтарь можно просто молчать и с отвисшей челюстью на это смотреть. Buenos días. En esta hora os invitamos a que os unáis a nosotros en la oración que toda la Iglesia dirige a María, Madre de Dios. Disponeos ante cualquier imagen de la Virgen que hay en esta catedral dedicada a Santa María para este momento de recogimiento. Si no eres creyente, te rogamos unos instantes de silencio y respeto. Gracias. Все, это, наверное, самый огромный, самый крутой орган, который я видел. Это просто что-то невероятное. Какое же это чудо. С таким резным, да, здесь потрудились на славу. С другой стороны тоже вот такой вот огромный орган. Такое впечатление, что они двойные, двухсторонние органы. Самые-самые крутые на данный момент. Все-таки этот собор меня поразил реально больше всего. Он, конечно же, затмил и Дуомо Миланский, и Саграду по разнообразию, необычности и по впечатляющей работе над всеми этими. Просто не могу поверить, как это можно было сделать. Как можно было так украсить орган. Sometimes I feel like a mother.